Ё-моё, братики, любимые товарищи, дружище, кентафарики, приятного вам аппетита всем, кто кушает сейчас в данный момент, и, конечно же, те, кто сейчас собираются на сон, час, на прогулку, ну и так далее. Естественно, как вы можете видеть сейчас, я в такой красивенькой колоритной рубашке, потому что сегодня у нас, ребята, обзор того ЕНБИ, который просили, наверное, многие зрители, которые мне писали там на стримах, в личку, покажи это ЕНБИ, покажи это ЕНБИ. И сегодняшним видеороликом, ребята, я представляю вам тот ЕНБИ, который вы можете скачать, если поставить, соответственно, на него лайк. Но, естественно, перед началом, ребятки, я хочу сказать, что вот вы сейчас видите на экране победителя на 2 миллиона виртов на Arizona RP Brainburg. А если ты хочешь выиграть эти 2 миллиона виртов, то пиши любой 1, 2, 3 комментария и, соответственно, ставь лайк. Ну и если ты хочешь, давайте-ка тоже разыграй, наверное, денежки, там 100 рублей, то также пиши комментарий под этим видеороликом, и, соответственно, я его разыграю. Точнее, разыграю вам эти деньги, и вы их потратите там на донат, на пирожок, на сосиску или на какие-то там гусарские презервативы. Даже и на шурму еще останется. Ну, естественно, ребята, кто регистрируется на никнейм Solomon Empire, то при достижении 3-го левела на Arizona RP Brainburg получат от меня 300 тысяч виртов, если вы говорите мне такое слово промокоде видеоролик. Поэтому дерзайте, ребятки, деньги я всем выдаю. А мы теперь давайте приступим к обзору. Ну и первое, к чему я хочу сказать, ребята, этот ЕНБИ обычно использует такой популярный ютубер, как Владислав Палов, а.к.а. Сперма Осьминога, а.к.а. Разноситель сам серверов, ну и а.к.а. популярный человек, который делает татуху уже который год. А.к.а. лучший друг Андре Сукре. Да, этот ЕНБИ он все время постоянно использует, и как я все время наблюдал над этим ЕНБИ, я очень хотел себе его и искал во многих местах, где его получить. Ну, соответственно, я его, ребятки, нашел и делюсь им с вами. Потому что, как вы сейчас можете наблюдать, вот-вот, посмотрите, просто это же реально классный ЕНБИ. Он очень сочный, колоритный, просто пушечка, как говорят многие самп-ютуберы. Ёб твою мать, скоро я реально на сленге самп-ютуберов начну говорить. Накручу себе бигуди, и вы все станете моими кециками. God, please, no! 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 Этот ЕНБИ вы могли видеть в основном на видеороликах Владислава Палова. И если вы хотели именно ЕНБИ именно как у него, то поздравляю вас, вы нашли этот ЕНБИ от Владислава Павлова. Ну или фактически его, или возможно это какая-то китайская копия. Но самое главное, это ЕНБИ, которая точь-в-точь почти что повторяет его ЕНБИ. А также, товарищи, братики, если вы досмотрели до этого момента, пишите в комментариях гусь. Не знаю почему, но просто напишите. Так я буду знать, что вы досмотрели до этого момента. Сейчас вы можете видеть, как выглядит игра без ЕНБИ, ну и, соответственно, игра, как выглядит с ЕНБИ. Что вообще по FPS? Этот ЕНБИ не самый, что ни на есть, не такой уж легкий, как все остальные, там, для слабых ПК. Сразу говорю, этот ЕНБИ, возможно, на самые-самые слабые ПК уж точно не пойдет, потому что, когда я открыл консоль ЕНБИ... Я охерел просто. Я просто был в шоке от того, сколько там всего было напичкано. Но если вы все-таки хотите попытать удачу, вы можете также нажать Shift Enter и немножечко так пошаманить, все взять просто и понизить с high до low и покопаться на настройках, снизить их каким-то образом. И, возможно, вы получите какую-то картинку, как, конечно, у Владислава Павлова, но в такой LQ качестве. Но попробуйте, ведь пробовать никто нам не запрещает, да? А какое количество FPS нам показывает именно вот это ЕНБИ? Говорить, конечно, какой FPS у меня, это, наверное, стыдоба, потому что все-таки комп у меня, ребята, помощнее, но я думаю, что на ваших компах, на средних мощных ПК, этот ЕНБИ потянет в 50-60 кадров в секунду, это уж точно. Я думаю, что именно такое количество кадров в секунду все равно комфортабельно для игры в GTA сам. Но если вы, конечно, не дрочите там на 400 FPS, чтобы у вас машина просто вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А так, если вы не гонитесь за большим FPS, то я считаю, что именно такое количество кадров у вас будет вполне выдавать. Хотя даже и 30 кадров в секунду вполне себе будут комфортабельны. Ну, если у вас уж совсем убитый какой-то компьютер. Ну и, соответственно, ребятки, куда же нам без установки ЕНБИ, чтобы у вас отпали вопросы? Я вам буду, ребята, показывать просто-напросто все наглядно, чтобы у вас не возникло никаких вопросов. Ну и первое, что вы делаете, ребята, вводите такую команду, как RecEdit, то есть это редактор реестра. Далее, что вы делаете? Заходите, ребята, в компьютер. Далее у нас идет HK Current User. Дальше открываете папку Software и ищите папку SAMP и нажимаете на gtasa.exe, тыкаете два раза, указываете, где находится ваш gtas-адрес, и путник gtasa.exe у вас будет. А именно вы должны указать ENB, нажать ОК и запустить, ребята, GTA SAMP, и все, и наслаждаться им. Ну и перед этим, конечно же, просто-напросто взять и закинуть все файлы в папку с игрой, здесь ничего сложного нет. Что в целом сказать-то про это ENB, ребята, это самое классное ENB, которое я использовал, и поэтому следующие сборки я буду
выпускать именно на этом D&D. И надеюсь, вы будете, ребятки, рады. Ну и, соответственно, если вам нравится, ребята, все-таки контент с модификациями, поддержите меня лайками, комментариями, пожалуйста, брать. Я хочу таким же быть популярным. Давайте-ка добьем 47 тысяч подписчиков. Там же вообще по мелочи осталось. То есть я хочу стать популярным, а благодаря вам, братикам, я смогу это сделать очень-очень быстро. Да ладно. Короче, кому понравилось, ребята, D&D, кто хочет его скачать, соответственно, просто поставьте лайк, я от вас деньги не требую. Если тебе понравился видеоролик, то также поставь лайк, я денег от тебя не требую. И ну и также напиши комментарий. Но если ты у нас миллионер и хочешь мне задонатить миллион, то, соответственно, я не против. Ну ладно, спасибо большое, ребята, за просмотр этого видеоролика, надеюсь, вы его поддержите лайком. Если вы досмотрели до этого момента, пишите в комментариях буфера, так я буду знать, что вы досмотрели уже до конца. Ну ладно, спасибо большое за просмотр, опять же, всем удачи и до скорых-скорых встреч.